Зубок, ты чего дерешься? Да не дерусь, Шунечка, комар, смотри. Вот. Ишь, комары, и тут налетели. Мы ночью здесь дверь плотно закрываем и окно. Ну да, само собой. Ой, как я рад, ребята. А чему ты рад? Комарам, что ли? Да что ты, Зубок, не комарам, а тыквам, моим тыквам. У еноточи они в этом году вот такие выросли, я видела. Да, урожай будет знатный. Только вот незадача. Выйду вечерком полюбоваться в огород, тут же комары налетают. А ты их кепкой отгоняй. Тут кепка не поможет. Да, вот бы их всех поймать и сдать в комариный приемный пункт. Ну ладно, я пошел. Мне еще за тыквами ухаживать надо. Ишь ты. Зубок, Зубок, ты слышал? Слышал, слышал. Уй, закусали совсем? Да, надо помочь еноточу поймать всех комаров и сдать их в этот комариный приемный пункт. Разве есть такие? Ну, раз еноточ сказал, значит, есть. А чего он их сам-то не поймает? Ну, наверное, трудно ему за комарами гоняться. Да, ты права, Шунечка. Давай поможем, только как? Я сейчас сачки принесу, будем комаров ловить. Попробуем. Давай. А я пока окно открою, чтобы комаров больше налетело. Вот так вот. А вот и я. На, Зубок, держи сачок. Спасибо, здорово. Сейчас мы их мигом, Шунечка. Сколько тут комаров. Кусаются. А я же специально все открыл. Сколько ты поймал? Ни одного. Почему-то... Как же их ловить-то, а? Ой, я ни одного. Ой, они быстрее летают, чем мы с очками машем. Нет, так нам комаров не наловить, Шунечка. Надо что-то другое придумать. Зубок, а может быть, их чем-нибудь приманим, а? А ты знаешь, что комары любят, а? Знаю, кровь они любят. Нет, я им свою кровь не отдам. Знаешь что? Давай мед принесем. Все насекомые любят мед сладкое. Молодец, да. Зубок. Я быстро. Давай, давай. Летите, комары, летите. Сейчас будет вам угощение. Так, так, так. Вот так. Отлично. Так, мед на столе. Ну, давай отойдем подальше. Ага. Куда, комары? Вы зачем на нас летите-то? По меду, по меду давайте. Вот безобразие-то. Эти комары не хотят сладкого. Я знаю, что надо делать. Говори скорее, а то закусают. Пылесосом их, пылесосом. А, пылесосом, точно? Зубок, давай включай пылесос. Так, включаю. Сейчас мы их, Шунечка, быстро затянем. Так. Ой, мамочки, они в этом углу тоже есть. Да, что-то они не ловятся. Что за крики? Что за шум? Почему все нараспашку? Так, выключаю. Мы специально открыли, чтобы комаров наловить, енотыч. Да, а они не ловятся. Да зачем? Ну как зачем? Хотели тебе помочь переловить их всех и сдать. Куда сдать? Ну, ты же сам сказал про комариные приемные пункты. Какие пункты? Комариные. О, насмешили. Ну как же так? Мы же старались. Да пошутил я, пошутил. Это шутка была. Нет никаких таких пунктов. Так что же мы тут напрасно их с очками ловили? Да, и с пылесосом за ними бегали. А вы еще их и пылесосом... Да, даже мед им предлагали. Хотели комаров побольше наловить и сдать куда следует, чтобы тебя на грядках не кусали. Мы думали, так быстрее будет. Ребятки, хоть вы всех комаров никогда не переловите, все равно молодцы.
Правда, да? Ну, конечно, спасибо, что хотели помочь мне. Но ведь и не помогли. Да. Ну, это ничего, мне приятно, что вы обо мне заботились. А еще развеселили. Я и так тыквам радовался, а теперь комары не страшны. И нам тоже, правда, Шунечка? Ну, конечно, кто же их боится? Пойдем с енотычем в огород, там наша помощь больше пригодится. Ну, конечно, пойдем. Вот и хорошо, и славно будет. От помощников никогда не откажусь. Только не забудем попрощаться с нашими телезрителями. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. До встречи в Шишкином лесу. Детишкам в постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора.